А студенты со всей Сибири приехали на Алтай, чтобы подготовиться к чемпионату мира по программированию. Для них открылась летняя школа в Алтайском техническом университете. Подготовку здесь пройдут 50 студентов Сибирского федерального университета из Красноярска, а также из Томского и Новосибирского госуниверситетов и других вузов Сибири. Ежедневно будущие айтишники будут решать сложные задачи по программированию и обмениваться опытом. Занятия будут вести преподаватели факультета информационных технологий Алтайского технического университета. Закроется летняя школа через неделю, 18 августа. По словам организаторов, программа подготовки очень насыщенная, поэтому студенты отлично покажут себя на предстоящем чемпионате мира.